Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенка. Сьогодні у Білорусі проходять вибори президента країни. У Гомельській області у списах виборщиків 1 069 233 чоловіки. По даних центру виборкома, більше як 54% з їх проголосували датерміново. Постання на 10 годин явка у регіоні складає 57,82%. Сьогодні з раніці на виборчі участки накерувалися наші кореспонденти. Участок для голосування номер 16 знаходиться у будинку обласного об'єднання профсоюзов. Вибори менавіта у гэтым помешканні проходять постоянно, але на гэты раз ёсць некоторые особливості. На столах членов участковой комиссии ёмістасці с антисептиком. Користаться ими може любы выборщик. Апрача того, з уліком епідситуації обмежавана колькасць назіральнікаў. Адначасова на участку их може быть не больше, як 5 человек. При обов'язковым заховані социальной дистанции. Першые выборщики приходять ровно у 8 годин. Коли участок открывается. Не глядячи на ранний час, голосование идет достаточно активно. Почему рано? 15.09. Почему рано? Рано, не рано. Нормально. Потому что надо, как говорится, стабильность в стране. Ясно? Флешмоб у виконанні театра танця «Діва» каля уваходу на виборчий участок номер 20 примушає людей спинитися і поназирати за мальовничі дії. Вибори – це не тільки непосередне голосування, але й можливість відпочити і зробити нечто корисне. На гэтым же 20-му участку організована робота супрацовників Червоного крыжа і Белпошти, плюс гандлёвое обслуговування з дегустацією продукції гомельських витворців і мінімальними наценками. Ще одна особливість гэтага участку – вистава розпрацовок молодих вучоных Гомельського державного університету імя Франциска Скарыны у рамках республіканскага праекта «100 ідэй для Беларусі». Сярод прадстаўленага на стэндах разумная цяпліца і мабільныя дадаткі. Адзін з іх дазваляе бацькам кантраляваць дзеянні дзяцей, якія знаходзяцца на вуліцы. Задача другога – прыцягненне людзей да здаровага ладу жыцця. Прылажэнне пляцоўка «Бай» предназначено для поиска спортивных площадок, а также для ведения активного отдыха. С помощью данного приложения мы можем найти свободную спортивную площадку, либо тренажерный зал, получить различные скидки. И таким образом мы мотивируем людей, молодых людей, заниматься здоровым образом жизни. Вообще данная идея принадлежит Николаю Святогору, это бывшему первому секретарю ВРСМ. И вместе с Ильей Головачем мы занялись разработкой. В этом году данное приложение заняло первое место на республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси». Старшыня Гомельскага аблвыканкама Геннадзь Салавей не толькі заўсёды цікавіцца распрацоўкамі навукоўцаў, але пры неабходнасці аказвае ім дапамогу ў рэалізацыі праектаў. У кабінцы для галасавання ён практычна не затрымліваецца і падыходзіць да урны. Пад успышкі фотоапаратаў апускае бюлетэнь, пасля чаго накіроўваецца да журналістаў. Кажа, што галасаваў за будучае Беларусі і рэалізацыю вызначаных планаў, якіх, дарэчы, вельмі шмат. Я галасую сегодня за исполнение наших планов, которые мы сегодня себе наметили. И в текущем году вот, завершение строительства двух школ, которые мы сегодня реализовываем, также завершение социальной сферы, других объектов, части и медицине, это завершение строительства туберкулезного корпуса больницы. И, конечно, за перспективы. И, конечно, самая главная задача сегодня – достойно завершить уборочную кампанию. Для нас самое важное то, что сегодня мы наметили себе планы на следующие годы, которые сегодня подкрепляются нашей позицией, позицией государства для увеличения благосостояния нашего народа. И в первую очередь мы целенаправленно все свои силы направляем на социальную политику и в плане благоустройства населенных пунктов и наведения порядка на земле. И, конечно, расширение сферы производственной деятельности. Также я голосую на сегодняшний день за рождение здоровых детей, за создание счастливых семей и, конечно, за порядок и мир в наших домах и на улицах, за наше самое главное спокойствие в нашей стране. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Больш за 14 тысяч молодых людей Гомельской области упершыню проголосуют на выборах президента. Кіраўніцтва в области районов и громадских организаций не покинуло гэты факт без уваги. Для хлопцев и дзяўчат, якія досягнули полнолетия и у гэтым годе удельничают у выборах кіраўніка державы, БРСМ совместно с органами улады проводит святочную акцию. Юнаки и дзяўчаты атрымліваюць у подарунок экземпляр конституции краины, а так само сувениры. Почувствовал
за ответственность, то, что, возможно, мой голос станет решающим. От каждого голоса будет зависеть будущее, кто станет президентом Республики Беларусь, что будет в дальнейшем со страной. На выборчем участку у Галавинца, где проходит одна из подобных акций, створены все умовы для комфортного голосования. Урочистую атмосферу подтримливают интерактивные зоны БРСМ, творчие выставы, музыка и богатый ассортимент харчовой продукции. Активная явка выборщиков тут назирается с самой раницы. Жители Гомельского района, как в каждые выборы, демонстрируют активность по участию в определении решения нашего государства. Это крупная политическая масштабная кампания, поэтому она достаточно важна для каждого гражданина, для каждого белоруса, для каждого жителя Гомельского района. И меня радует, что уже на вчерашний день выборы на территории Гомельского района, они состоялись. Более 55% наших избирателей приняли решение и в период досрочного голосования сделали свой выбор. И на этом покуль все. Протягивайте сачыць за подеями разом с нами. Наступный выпуск новина углядите у 16:00 на телеканале «Беларусь 4 Гомель».